сверхприбыли Сбербанка сегодня. Откуда они берутся? Рекордная в мире маржа. Это недопустимо, когда маржа, то есть разница между процентами, которые банк платит по депозитам, и процентами, которые он собирает у заемщиков по кредитам, не должна быть больше 2%. Она пятикратно выше. То есть это, по сути, какой-то прослойка рантье, которая, опять же, высасывает. Вместо того, чтобы давать деньги в развитие экономики, они высасывают оборотные средства предприятий, присваивают себе имущество банкротившихся заемщиков, так сказать, и так более того, намерены выплатить более миллиарда долларов своим акционерам, нерезидентам. Вот вся эта олигархическая верхушка, я опять же сегодня не делаю различий между государственным сектором и частным, потому что в госсекторе у нас тот же руководитель Сбербанка, не секрет, находится в совете директоров крупнейшего американского транснационального банка. Неизвестно, что для него важнее. Служба американскому банку, это крупнейший банк, один из олигархических в мире, или наемный работник в Сбербанке. Да, что важнее для него персонально?